Хеллоу. Ого, хеллоу, ебать. Какой хеллоу, нахуй. Are you from? Я все знаю, откуда. I'm from Russia, and you? Это пиздишь, что-то никуда не из России. Shut up. Он говорит, типа, он из России. О, да, все, поверили, поверили. Из России, говорится, ага. Им российский, спой первый из той строчки. Сука, блядь. Неправильно. Ты из гимн, блядь. Where are you from, guys? From Russia. Both of you? No, I don't know. Джерри, ты из России? Да. Yeah, both of us. We can get a car right now or wait and get a dog. Как скажешь. Ты хуйло, сука, мог нару... Where are you from, my friends? Раса. Русья. Very good. You? Me, I'm from America. USA. He joke. He from Воркута. Смок, откиньте, пожалуйста. Что? Что? Соринг! Я их ей нечаянно кинул. А какого хрена? Ёптую. One, complete the mission. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. What? Oh my god, inhuman reactions! Я подпишусь. Что за канал? А где же противник? А противник находится в достаточно безопасном укрытии. Ни с юга, ни с севера, ни с запада, ни с востока его невозможно обнаружить. Буквально можно сказать, призрак-невидимка, который себя рассекречивает нелепым броском гранаты. И финиширующим выстрелом завершает матч с победой игрок под ником Инк.
кажется, к нам в гости, Серег. Хай. Ой, это вы, да? А кто твой тиммейт, мы его не знаем. Что вам нужно? Уходим, ну. Мы пришли поговорить, мы видео захотели. Челик бежит на 125. Фак, бежит. Не наш. Что, не знал, что, блядь? Мы сейчас, походу, бам получим. Не убивай, брат. Ну ладно. Спрошу. А, может, они не будут меня убивать? Ну, не знаю. Ну, они тебя поднимают хотя бы? Ну, да. Хорошо, не стреляй, дурак. Не стреляй, нет. С другими общаться. Все, поднимай. Врагами. Да, желтый, аккуратно, не стреляй по ним. У меня аптека есть. Спасибо. Все, в противоположную сторону разошлись, и удачи, парни, давайте. Первый раз такое вижу. Добрейшей души человек. Вы что? Hello everyone, I'm from Russia. Алло, алхамдулилля. Алло, guys. Oh, is it you again? What? Where is my iPhone? What? My iPhone? Yeah? Your phone? Oh, yes. Oh, one second. Like this? Yes. I need your Apple. Shut up. Yes. A few moments later. Later. Like, you look like a female being fucked by a chicken. Don't take the vehicle, please, Green. Do not take the vehicle. It's making too much noise for nothing. Блять. Дороги, сука, как у нас в Киеве, прям. Ну пиздец, типа. No. Эй, Джонни! Слушай, а ты что, ютубер? У тебя просто микрофон хороший. Я раньше определял, на каком я сервере по никнейму. Если там есть такие никнеймы, как Петух Лок, то значит это русский. Второй. Мне кажется, у тебя на день рождения... Второй, у тебя когда день рождения? Божечки. Скоро. Я тебе подарю губозакаточную губу. Да, не обязательно. Ну ладно. У меня уже достаточно контента с тобой. Чё? А ты учитель русского? На учителя английского. А, по образованию? Нет, по натуре.
А по образованию ты кто? Психолог. А я думал, следователь. Это тоже. Это мое второе образование. Два высших? Три. А третья кто? Сантехник. Трубы прочищаешь. Ну, это было год назад. В общем, я хотел сначала стать космонавтом, а потом хотел стать рабочим на заправке. Не спрашивай, почему. Мне просто нравилось нюхать запах бензина. А потом я хотел стать врачом. Я увидел у брата этого мужика на компе. Ну, вот эту именно картинку. Ему друзья скидывали. Сколько брату лет? Ему 24 сейчас. Угу. И вот, и короче, я спросил, кто это. Он сказал, то, что вот он хороший мужик, он всем помогает. Он и врач, и космонавт, и сантехник. И он мне понравился. Я его поставил на аватарку, вот. What a story, Mark. Мне 24 года. Я программист из Нижневартовска. Я написал программу, сидел годами, чтобы изменить голос. Потом я годами сидел в PUBG и вылавливал инк, чтобы попасть на YouTube и, наконец, прославиться за счет него. Блин, ко мне завтра дед придет. Что за дед? Ведь почему ты так расстроен? Ну, он на даче всю жизнь живет. Самогон там варит. Иногда на меня с топором бежит. Приходится в бассейн прыгать. Холодный. По бортику ходит, чтобы я не вылез. Просто хоррор какой-то. Я так плавать научился. Нет, это не все, не все. Не все, не все, не все. Я одного добил. Теперь все. У меня тут... Читер, ебучий. Что будешь читер? Ты еблан просто. Да ты говно ебаное, завали свое еблище, сука. Да они вон разговаривают. Я тебя обоссал, как лоха. Мамка твоя лох, когда тебя рожала, уебище. English, Russian? English, sorry. Okay, my English so-so. No, bad. English bad. Your English is so fucking good. Where you from? Me? I'm from Russia. Да, yes. Repeat, please. Сука, блядь, иди нахуй. Сука, блядь, иди нахуй. Оу. Very, very good. Путин. Путин, чмо. Салам алейкум, Казахстан на связи, езжу. I'm from Russia. Russia top in the world, man. But you're from Kazakhstan, right? Don't, man. Kazakhstan in my сердце. China number one? No. Russia number one. Russia number one? No. China and Russia number one. You know cheetahs? No cheetahs? Yes. I'm a Pringles? Там, короче, этот, читер, короче. Читес, вон там. Там типы. Wait, what? Holy shit. That's a baby. Ой, я еще на падаю. What the fuck? What the fuck? What the fuck? We from Russia. I don't care. La-la-la. Мою душу украл. У тебя красивый голос. Угу. Пожалуйста, больше не пой никогда. Поэтому мне кажется, что это будет игра очень веселой, как минимум. Она уже ею стала. Ну, блять. Мы потеряли бойца, ну как так-то, ну? Бывает, пацаны, но я хотел помочь. Пока ты подходил, я хотел тебя прикрыть, понимаешь? Пусть это был героическим поступком, мы это расценим так. Ладно, мужики. Короче... Все, спасибо тебе. Не-не-не, кто скотина, я что ли? Да ладно. Не, спасибо тебе, говорю. Captain, I don't detect any enemy movement close. Please, loot, okay, for me? Yes, okay. Пшшш, Roger that, пшшш. Okay, thank you, Captain. That пшшш, is that what? What does that sound? Don't question, Captain, he's making calm sound, piece of shit. Just shut the fuck up and listen to Captain. Yeah. Which button you use? Alt and F4 at the same time. What the fuck? Зачем ты меня напиздел? Не знаю. Нравится.
Ну это плохо, ты же знаешь. Знаю. А того и нравится. Ну что будем делать с тобой? Накажи меня. Hello, team. Инк! 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 Эй, Синг, это ты? Слышь ты, Хсинг, я Инк. Я Инк. Хс. Инк. У меня просто это... Синг, 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 постой, постой, постой. Сейчас детей разбужу, чтобы видели, с кем я играю. Окей? Кто это такой? Не знать его? Нет. Мне честно... похуй. Ты играешь в эту помойку, как бы ты должен знать, с кем ты играешь. Ну, врага нужно знать лицо. Должен. Вот он меня должен знать. Да ладно, ты настоящий? Нет. Искусственный. Ты реальный инк. Нет, я виртуальный. Когда видос? Завтра. С каким самым старым игроком ты играл? С тобой. Старее меня никого не было? Ну, типа голос не знаю сколько, лет 45-50. О-о-о, ничего себе ты загнул. Ой, жесть. А хочешь удивиться? Да нет, не хочу. Тебе сколько, 24? Ну вот. Или 37? Я не буду тебя шокировать, сколько мне лет. Можно ты меня шокируешь, пожалуйста? Сколько тебе? Мне 32 года. Пиздец, я в шоке, ребята. Инк. Что? Можно будет с тобой еще одну, пожалуйста? Нет. Почему? Не хочу. Я на тебя подписан. А, ну тогда ладно. Стой, 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 стой. Стой, иди сюда. Слава Инку. Удачи тебе во всем, Инк. Откуда? Отсюда.